танец – это маленький мир, который с каждым годом притягивает к себе все больше желающих. 2 года назад чемпионы мира Павел Лоренс и Юлия Списивцева открыли танцевальную студию, куда могут прийти люди любого возраста. И все же большинство учеников – дети. Педагогический состав студии Лоренс велик, разнообразные направления. Здесь учат бальным танцам, хип-хопу, балету, брейк-дансу, электродансу и даже йоге. Это большая задача педагога – развивать ребенка. И даже неталантливого ребенка всегда можно очень хорошо научить и растанцевать. И вы знаете, из моей многолетней практики, даже скажу так, что вот суперчемпионами, наверное, становятся не самые талантливые, а самые трудолюбивые. И поэтому правильная методика преподавания, любовь к этому делу, которую нужно обязательно заложить у детей – это, наверное, основа успеха. На своем открытом уроке студия «Лоренс» познакомила всех пришедших с педагогами, а также со своими возможностями, которые школа может предоставить. Определиться с выбором направления не всем было просто. Наталья Мещерякова, посоветовавшись со своими детьми, решила, что они будут заниматься бальными танцами. Мне нравятся спортивные танцы. Мне бы хотелось, конечно, чтобы мои дети танцевали вот такие подвижные спортивные танцы. Потому что мне нравится их пластика, движение, красота, грация. Костюмы нравятся. Это очень, на мой взгляд, шикарно. Но специально для тех, кому полюбился брейк-данс, Евгений Холодов провел мастер-класс, в котором все желающие могли попробовать свои силы. Раз, два, три, четыре. Крест-накрест. Холдаун. Многие родители после окончания мастер-классов, не задумываясь, записали своих детей в танцевальную школу. А хорошие отзывы учеников, которые уже успели не только многому научиться, но и по-настоящему полюбить искусство танца, подтвердили их действия. Я советую всем приходить сюда, очень весело, очень круто. Движения вообще классные, тренера очень хорошие, очень добрые, очень милые. Они к детям очень хорошо относятся. Стать учеником школы танцев значит обрести новое интересное увлечение. Научиться отлично двигаться, улучшить свою физическую форму, получить массу положительных эмоций и завести новые знакомства. А педагоги и ребята школы всегда готовы принять в свою большую семью всех, кто неравнодушен к танцам. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.